Сейчас, когда у всех желающих есть доступ к спутниковым снимкам различных территорий, представить себе работу геодезистов и картографов 18 века достаточно сложно. Столь интересную задачу взяли на себя сотрудники Краеведческого музея. О новой выставке расскажем в следующем материале. В Краеведческом музее Нарьян-Мара открылась новая выставка. Она посвящена деятельности западного отряда Великой Северной экспедиции, которая длилась 10 лет – с 1733 по 1743. Эта экспедиция помогла выделить границы Российской империи. Благодаря этой экспедиции были очерчены северные границы Российской империи. Для 18 века карта была составлена довольно точно, и, несмотря на все препятствия, отряд справился с поставленными перед ними задачами. Данная экспедиция была первым прецедентом научного изучения арктической территории российского государства. На территории Ненецкого округа Двинско-Обский отряд находился на протяжении 5 лет, с 1734 по 1739. Целью экспедиции являлась, во-первых, разведка Северного морского пути и морских путей в Юго-Восточную Азию для налаживания последующей торговли, а также сопутствующая задача – это описание территорий Российской империи, в частности, Северного Ледовитого океана и побережья Тихого океана. Что касается экспонатов, то среди них представлена частная коллекция работников Нарьян-Марского морского порта. Например, навигационные инструменты и корабельные вещи. Присутствуют и археологические предметы начала 18 века, найденные в Пустозерске. Так как параллельно с моряками на суше работали геодезисты, транспортным обеспечением которых занимались местные оленеводы. В массе своей это предметы из фондов Ненецкого краеведческого музея, музейного объединения Ненецкого автономного округа, как сейчас называется наше учреждение. Здесь представлены и предметы быта, скажем так, символизирующие, отражающие с собой период стоянок экспедиции, так как весь Двинско-Обский отряд выполнял, скажем так, свои задачи на протяжении почти 6 лет. Ознакомиться с выставкой можно будет до 30 августа. В связи с эпидемиологической ситуацией в округе посетителей просят носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Елизавета Кабанова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».